И всем привет, ребята! Это продолжение обзора в Wildcraft. Это вторая часть. И что? Копим монеты, охотимся и открываем сундуки. Да, начинаем. Сейчас нужно вставить зарядку, потому что у меня уже 12%. Во, все, отлично. Вот давайте на безумную овцу пойдем. Бежим. Пингвин, ты чего не попугаешь? Ай! Дурацкая эта кнопка. Ужас. Ой, наконец можно подарок открыть. Наконец-то. Только, пожалуйста, не надо кристалл мне. Издеваетесь? Дайте мне монет. Вы чё? Wildcraft, ты... Забыл, мне нужны кристаллы, мне нужны монеты, больше мистиков. Ребята, вы кого вообще бьете? Зачем безумную овцу бить? Чё? Сколько здоровья? Офигеть. А зачем вы тогда бьете? Я же хотела побить овцу, обычную овцу, а вы бьете босса. Вы чё? Это что такое было? Ладно. Сейчас там даст 3000 монет или... 2000, я не знаю. Я еще вроде смогла одним игроком и победить старого волка. Можно, кстати, попробовать. Нет. Фух. Я могу вот так еще убить босса. Так. Все, я его победила. Все. И овца умрет. Готово? Все. Бо, видите, я не убу. А да, мне же 3000 дали его. Прикольно. Все, обычное такое, да. Хочу мистик. А где мистик? Дайте мистик, пожалуйста. Нужен. Нажимайся. Ну все, как блин. Не обращайте внимания, что у меня на имя
Женские имена это просто мои друзья. Это не мои жены, не жены. Это просто не семья, это просто типа мы дружим, и там меня еще Пушкарик. Пушкарик уже 22 уровня. Его. Все, я не могу говорить, потому что у меня мокрота там. Вот там, старый волк, нужно только набрать свою энергию, чтобы победить его. Вообще можно идти к львам, только льва как-то сложно победить. Обратите внимание, что тут минусы 1-0. Да, тут меньше здоровья даже. Ладно, не будем терять время, сейчас я наберусь энергии. Ну так вот, я уже набралась. Идем дальше. Опа. Я думала, вы убьете босса. Почему вы такие быстрые, даже невозможно побить с здоровьем? Этого волка, что за... Ну, короче, можно так. Так будет легче. Ай, только здоровье теряю. Ай-яй-яй-яй-яй, больно-больно. Всё. Всё, бить-бить. О, отлично, молодцы. Только сбежать нужно как-то. Ну, не сбежать, просто победить босса. Давайте мы наберемся энергии и здоровья, потому что подкрепимся, чтобы набрать силы. Ай-яй-яй, вы чё? Ах ты! Плохой волк. Не дал даже поесть там. Нет, 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 нет. Тупая кнопка, тупая. Плохая, опасная. Во время драки лучше не делать, так это опасно. Можно умереть. О, во, во, во. Открываем сундучок, пожалуйста, мистик, хочу мистик. А, ну спасибо. Мне нравится. Ну почти эликсиром. А как умеет пингвин спать? А где пингвин? Пингвин, ты где? А вот и где.
ну ты как обычно спишь. Хорошо. Хорошо. Аккуратнее. Ай. Да ну. Что это за жесть была? Волкрат, будь аккуратнее, пожалуйста. А то я сейчас умру. Ну, умру в Волкрате, потому что я теряю много здоровья от босса. Нет, лучше не останавливаться. Ё-моё. Ай. Последнюю булку, потом все. Блин, тормозит у меня почти с телефон. Но моему телефону уже 2 года или 3 года. А моему старому телефону уже 6 лет живет. Ему уже пошел 1 год. Теперь ему 6 лет. А можно поставить на паузу, пожалуйста? Потому что мне сейчас будет идти долго видео. Так, начнем. Давай. И пошло это начало. Пора убивать этого босса, так нужно набраться энергии. Пауза. 1, 2, 3. Погнали! Блин, блин, это как-то долго идет, да? Ага, у него 90 уровень. Уровень 90. Почти 100. Ничего себе. Когда я его вот уже убью, у меня уже будет 71 уровень. Блин, я сейчас походу умру. Это долго и сложно как-то. Сейчас потеряю здоровье. Помогите. Нет, я не могу. Я не могу. Давайте я сначала перезайду. Все. Давайте заново. Я сейчас дома. Возьму больше здоровья. Я на паузу поставлю уже 14 минут. О май гад. Опа, еще раз. У него прям мало здоровья еще осталось. Нет, еще много. Нет, фу. Ну все, ну почему это не получается, фу. Почему? А,
Меня бесит эта кнопка дурацкая. Невозможно даже убить босса, ё-моё. Ну, обычно я умею так делать, убивать босса. Нет, блин, это сложно. Чего он тормозит вообще? Ужас. Блин, я не могу, это сложно. Очень сложно. Все заново домой. Давайте мы лучше пойдем на безумную овцу. Это как-то сложно. Безумная овца будет изи. Ну так вот, я уже немного побила этого барана. Я его иногда называю Овном. Овен. У меня уже 1000 монет. Хорошо. Отлично. Я потом еще пойду на гору Львовой и выбью мистика, наверное, все-таки. А я не могу все. Наверное, все-таки легендарки попадутся на. Я так хочу мистики, я мечтаю, да. Аккуратнее, аккуратнее, все. Опа, да, я же говорила, 71 уровень. Открываем сундуки. Все как обычно. Я хотела на Львов. Ладно, пусть так, пусть. Ладно. Ладно, не важно, я потом еще буду одним игроком, не буду снимать видео, ну, сама буду выбивать мистики, когда он мне наконец попадется на какое-то животное. Сразу сниму видео. Всем пока. Спасибо за просмотр. Это Гринс Энималс, и всем пока.